что, ребята, всем доброе утро! Всех мам поздравляем с Днем Матери! У меня сегодня вот такой шикарный букет моих любимых разных розочек, пионовидные и лизиантусы. Очень красивый букет, мне Коля уже с утра презентовал. Ну и здесь еще небольшие вкусняшки положил, все, что я люблю. Вот такую вот шоколадку я не пробовала, что-то новенькое буду пробовать. Вот пахлаву, по которой я постоянно скучаю. И набор роллов. Мы сегодня будем праздновать, ну я думаю, что это на ужин вечером. Так что сейчас пока уберем холодильник. Вот, и вчера просто я говорила про роллы, что что-то давно не ели, я так хочу роллы. И Коля мне купил, так приятно. Я уже с утра пеку оладьи. Решила, что сегодня будут оладьи на завтрак. И, наверное, еще сейчас яичницу сделаю, потому что мне кажется, что это будет совсем не сытно. Вот такие вот красотулечки у меня получаются. Вот здесь у меня еще вот оладьи. Думаю, со сгущенкой, варенье есть. Еще что-то у нас там есть, надо посмотреть. Вот, будет вкусно. Наконец-то я все приготовила. Уже все остыло, да? Я буду сейчас греть. А то, мне кажется, все остыло. Я, кстати, варенье достала. Черная смородина. Хренка. Ну что, вы там оставили? В пакете? Ладно. Мы наконец-то сделали кофе. У нас тут кофеварка немножко еще повозмущалась. Все, будем пить кофе. Я сегодня решила в магазин выбраться. Меня Коля отпустил. Сказал, что давай куда-нибудь, а я с дочей. Вот. А я тут смотрю ей свитерочки. У нас же нет свитера, я вам уже прогудела все уши, наверное. Здесь вот недалеко есть магазин у нас. И я смотрю, но мне кажется, что никакого привоза, походу, не было. Потому что вот как были вот такие вот, такие остались. А мне нужен белый с горлышком, тепленький. А я такого не вижу. Большие вот здесь вот. Тоже большой. Жалко, конечно. В какие-то другие магазины, если честно, нет желания выбираться вообще. Но ребенку нужен свитер. Я, кстати, в интернете смотрела. И на Ламоде смотрела, и в других приложениях. Ничего не нашла. Ну, вот такие вот тонкие. Совсем тонкие. А вот какой-то белый, что это? Нет, это не то. А вот тут, кстати, нашла. Вот они, видимо, здесь висят. Беленькие. Тоже большой. Ну вот еще здесь, мне кажется, какой-то состав такой не совсем вот. Порой надо смотреть. 900 рублей. Выбирать надо. Ну что, я принесла вот эту куртку. Выбрала все-таки. И она опять нам непонятно как, блин. Узкая, рукава длинные. Сейчас-то хорошо, как бы, а вот... Вот. Ну, короче, опять... Тоже она сильная, как этот, как тот пуховик оранжевый. Да, она ее стянула, рукава длинные, а штаны нереально длиннющие, вон сколько. Ну, их как бы понятно подвернуть, но нам здесь они впритык, вот здесь я застегивала. Не, расстегивай. Я не могу уже его расстегнуть. В общем, покажу вам, что мы тут примеряли. Вот такой вот я взяла комплект. Он, к сожалению, не подошел. Мы сделали вывод, что опять возврат. Вот, внутри хотела показать. В магазине неудобно было там толком. Быстренько я смотрела. В общем, есть вот такие вот липучки. Есть замок. Есть клепки. Здесь прям три вида застежек. Вот, внутри он вот такой. А, здесь флис. Мне показалось, что это самая плотная куртка, которая там висела. Вот фирма какая-то вот такая вот, Броньтек, я не знаю такую фирму. Вот. Мне кажется, что она была бы очень теплой. И здесь, как у горнолыжки, есть вот такая вот штучка. Застегивает. Мне кажется, это вообще здорово. Ты вот затянул, да, и ничего ребенку не дует в спину. Точно. Ну, не задувает никуда. Вот. Мне понравилась эта куртка. Но она прям впритык. А 98-й возьмем, будет широкая, еще длиннее рукава будут. Длина, кстати, мне понравилась курточки. Хорошая длина. Капюшон понравился, неплохой, все по размеру село. Штаны, как я сказала уже, они длинные нам сильно, их никак не завернуть, ничего. То есть будет, ну, неудобно ребенку ходить. Тем более, что я решила, что зиму мы берем на один сезон. Никакие на вырост я не рассматриваю, потому что ей
первую зиму неудобно ходить. А зима у нас долго, много месяцев. Поэтому надо брать на сезон, чтобы ребенку было комфортно все месяцы. Сколько там? Ноябрь, декабрь, январь, февраль. И еще даже в марте мы носим зиму, правильно? 5 месяцев носить этот костюм. Надо брать на сезон. Прямо подходящий, а не куда-то там большой. Мы с первым костюмом ошиблись немножко. Мы взяли его чуть-чуть на вырост. И вот теперь пожалели 20 раз. И штаны покажу, вот какие мы в идеале и смотрим. Чтобы вот здесь был немножко флисик на спинке, чтобы грело. Вот. И такие вот штаны. Внутри флиса нету, но они толстые. Еще плюс утепленные колготки, и мне кажется, будет вообще тепло. Но, к сожалению, возврат. Очень жалко, нам всем понравился он. И цвет такой вроде неплохой. У нас Авелишка уснула. Коля сходил в магазин, сдал комплект, который нам не подошел, купил хлеб. Мои цветочки стоят. Красота. А мы сейчас будем кушать роллы. Ну что, с днем матери меня. Будем кушать такой наборчик. Соус. Еще мы чай заварили. Сейчас покажу вам чай. Такой вот у нас был чай. Джулиус Майнелл. Что-то он не хочет. В общем, фруктовый. Сейчас хотим пить чай. Мы тут сидим, рисуем. А Велися в своей рисовальной футболочке. Да, доченька? Папа у нас рисует Биби. Запоролись. Опять заморались мы. А мы специально ее, доченька, одели, чтобы нам... Нет, не переживать сильно. Мама рисует сердечки всем. А дочь что рисует у нас? Во! Ой, как красиво! Дочь красивее всех рисует, да? Сладкая моя девочка. Так, а папа у нас что тут? Запорожец. Запорожец. Где? Ну, что-то пока на Запорожец не смахивает папа. Наоборот, смахивает еще как. Кривой, косой. Такие все запорожцы. У нас была запорожка. У меня тоже. И у тебя была запорожка. Где? У нас была белого цвета. Это самая первая машина у нас была. На дачу ездить. Да, у меня был. Желтый. Бездалёва. Желтый, похоже, был, да? Он такой какой-то молочный у тебя был. Желтый с белыми полосками. С черными. С белыми. Я белые полоски ему сделал. Ой! Ты как это? Папина нога. А мне почему-то казалось, что с черным. Ой, Эвелина! Упала! Ножками запнулась. На попу, да. И села. Чему я сладкая? Как бомзик в этой футболочке. Маленький мой бомзик. Прыг-прыг, прыг-прыг делает. Прыг-прыг. Сейчас будем переодеваться, да, скоро? И ручки мыть, да? А Велися у нас недавно проснулась, поспала. И позвала нас всех рисовать. Ой, у мамы смотрите какое. Ну, папа, нестандартное сердечко какое-то. Зелененькой окантовочкой. Я там просто эти листочки рисовала на другой страничке. Епарасоте. А что это у тебя там внутри? Это тонировка, что ли? Это тонировка. Black Edition. А Велися пошла в разнос. Да. О, сейчас пойдет кто-то купи-купи делать. Папа. Нет. Побрился. Не верьте ему. Подровнялся. Сбрил и усы, он и борода у него нормальная. Борода нормальная. И постригся он на человек стал похож. Ай, у нас тут плавно все перешло в макияж. О, ну, какой папа у нас красивый, да?
Папа, какой красивый! Лиська, молодец! Так, ну что, у нас сегодня день борща. В общем, я варю нам борщ. Я варю доче борщ. И чуть видно все красно. И еще решила сегодня приготовить стейки. У нас свининка. Я только ее положила. Замариновала в... Вообще очень просто. Соль, перец и приправа для свинины. Все, что у меня было, я даже заморачиваться особо не стала. В общем, сейчас на гриле пусть прожаривается. Вот, и будем ужинать. А то мы роллы съели. И как-то уже кушать охота, и дочь у нас на полдник, у нее яблоко сегодня было, и уже пора кормить ребенка, так что доваривается ее супчик. Уже, я думаю, он уже готов. Единственное, свеклу я попробовала, мне показалось, что надо еще ее подержать, вот, и все, и будем кушать. На фоне своих красивых цветочков покажу вам багет, который Коля купил, смотрите, какой он. Так вкусно пахнет, прям свежий хлеб. Я, кстати, больше не стряпала хлеб, вот как тот раз стряпала, делилась с вами, и все. Времени нету, не хватает, все, руки не доходят. Столько дел домашних. С Илишкой еще постоянно что-то делаем. Вот, так что такой вот красивый, вкусненький хлебушек. Да, папа? Да. Спасибо. Вкусненький купил хлеб. Папа. Кстати, забыла вам сегодня показать, пока у меня там набирается в Илишке ванна, вода. Купила сегодня такой вот активатор Estelle. Хочу покрасить волосы. Не знаю, кто-нибудь пользовался таким? Напишите, если брали. Я взяла первый раз. 1.5% называется активатор. Но мне кажется, что раньше я брала 1.5%, только он назывался оксиген. Ну, в общем, не знаю. Напишите, пожалуйста, если кто-то знает. Мне будет интересно. Да? Коля собирается на работу. Завтра опять ему в день. Но мы будем прощаться. Я пошла купать дочь. Всем пока-пока. Еще раз всех мам с праздником. Ку-ку! Пока-пока. Коля собирает карточки Авелины. Пока-пока. Mm-hmm.